Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым буксом. Называется Mini ADS. Легкий заработок на просмотре серфинга. Абсолютно без вложений. Стартовал он сегодня. Регистрация здесь наипростейшая, ребятки. Имя, имейл. Логин, два раза пароль, вводите капчу, сюда ставите галочку, нажимаете регистр. Вход по логину и паролю. На почту мне ничего не пришло, никакого письма не было. Нажимаем логин. Загружается шкала. И попадаем на домашнюю страничку. Я вот только зарегистрировалась. Я еще ничего не делала. Не смотрела рекламку. Я почитала форум. Обязательно, если работаете, читайте форум. Вот. Возвращаюсь в аккаунт. Можно это здесь вот нажать на значок и перевести на русский язык и почитать форум. Вот. Значит, что здесь у нас? Аккаунт. Это наша домашняя страничка. Это сообщение от администратора. Здесь пополнять баланс. При необходимости можно пополнять с аккаунт баланса, но также Perfect и Payer. С аккаунт баланса минимум 10 центов. А вот если вот так с Payer от 1 доллара. Апгрейд аккаунт, ребятки. Значит, что у нас здесь? На стандарте мы работаем без вложений. Здесь от 1 доллара. Потом идет 2 доллара медиум. Ну и по нарастающей дальше я не рассматриваю. Я в такие проекты захожу, делаю апгрейды без фанатизма. Вкладочка «Вывод». Минимальный вывод отсюда от 1 доллара. Вкладочка «Баннеры». Находится партнерская ссылочка. И три баннера. Также вот есть как бы вот ссылочка сразу на баннер. Далее здесь будут отображаться партнеры. Здесь арендованные рефералы, но это я здесь не делаю. Персональные настройки. Значит, вот здесь я всегда ставлю галочку. Так как бывает, письма приходят от администратора и вот сюда. И очень интересно их почитать. Две платежки. Perfect Payer. Прописываем Payer кошелек. Сюда прописываем пароль, который указывали при регистрации. Кликаем «Сохранить». Ну, в принципе, и все такое по настройкам. Теперь по заработку. Форум я вам показала, сами почитайте. Значит, есть сетка такая вот. Я одну рекламку просмотрела. Здесь дают 25 кликов. Можно как бы что-то выиграть, какую-то копеечку, да? Вот. Ну, здесь все просто. Кликаете. Вот загружается шкала. И все. Я ничего не выиграла. Вот. Далее. Серфинг сайтов. Значит, вот здесь не было вот этих рекламок. Вот были вот эти рекламки, когда я зарегистрировалась. Значит, что у нас здесь? 1-2 цента с копейками. Вот я регистрировалась вот под этого человека. Вот. Это мой пригласитель. Ну и вот пошли ПТС-мониторинги здесь, да, уже регистрироваться, как бы.
Я пока просматривать не буду, ребятки. Я хочу сделать апгрейд и уже после просмотреть всю рекламку. Вы же работаете абсолютно без вложений. Вот на стандарте. Набираете минималку $1 и ставите на вывод. Вот. Я буду вот этот медиум за $2. Я открыла кошелек заранее. Медиум. Выбираю Pair. Это не обязательно. Это я делаю апгрейд. Напоминаю. Я рискую своими деньгами. Вы же рискуете. Думайте сами. Вот. Работайте абсолютно. Абсолютно без вложений. Так как любые инвестиции в интернет — это, ребятки, риск. Сейчас я зайду. Так, я зайду. И все, у меня обновился аккаунт Medium до 21.02 на 20 дней. А вот теперь я пойду просматривать рекламку. Значит, сразу у меня увеличилась рекламка в разы. 4 цента по 2. 2, 2, 2. Ну, вот как-то так. Давайте коротенькую просмотрим. Ждем, пока загрузится шкала. Вот под этого человека я регистрировалась. Убираем перевертыш. Все, нам зачет. Я поставлю, ребятки, на паузу. Просмотрю всю рекламку и посмотрим, сколько мне начислят на Medium аккаунте. Я просмотрела всю рекламку. Давайте вернемся в кабинет. Сколько мне начислили? У меня начислено 12 центов. Ну, почти 13. Набираем минималку. И проверяю букс на вывод. Далее здесь вот эти поинты. Ну, здесь поинты, я на них внимания не обращаю. Здесь, как обычно, ого, 3500. Это надо набрать, чтобы был $1. Вот. Ну, все основное я вам показала. Кому интересно, работайте, зарабатывайте абсолютно без вложений. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.